Всем привет! С вами интернет-магазин обновка.ae. В данном обзоре хочу вам рассказать о женских сабо. Ну, кроксы еще их называют, клоги. От торговой марки Калипсо. Вот такая вот модель, симпатичная. Калипсо, значит, торговая марка, зарегистрированная в Украине. Но производится вся продукция на фабриках в Китае. Это фабричный Китай. Так, ну что, посмотрим. Значит, модель очень интересная и универсальная. Универсальная, потому что можно ее использовать как сабо, носить по поверхности, по земле. Да, можно использовать как аквашузы. Обуваете, идете там где-то по кораллам или где-то, где морское дно не очень приятное, где можно пораниться. Вот хорошо держится на ноге, на пяточке. Одеваете и вперед. Состоит из двух материалов. Материал розовый, который вы видите, он помягче. Белый материал поплотнее. Вот так, чтоб как шипы выступают, такие небольшие. При желании это можно их, это можно снять. Не знаю зачем, правда, но можно. Значит, размеры идут с 36 по 41. Есть несколько вариантов цвета. Вот такой вот розовый, даже больше малиновый, наверное, между розовым и малиновым. Есть цвет пудра, есть цвет голубой и есть цвет синий. Вот 4 цвета на сегодняшний день. Подписывайтесь на наш канал, заходите на сайт, там больше информации. Всем приятных покупок в сети.